В столице стартовал открытый кубок Махачкалы по футболу. Турнир посвятили памяти ветерана легендарного махачкалинского футбольного клуба «Динамо» Махача Керимова. В соревнованиях принимает участие 12 команд Дагестана, которые играют между собой по олимпийской системе. Проиграл – вылетел. Обладатель открытого кубка Махачкалы определится в конце июня. Очень отрадно видеть традиционно наши команды с Хасаюртовского района, Карабудахкенского района и также в поселке Хушет. Сепараторный поселок, центр столицы нашей, молодые ребята, команда ВТБ, команда ГБУ «Ирдюш». То есть все те, которые занимаются развитием футбола и для подрастающего поколения, и для молодежи, и для взрослых. В турнире могут принимать участие любая команда, которая заявляет о себе и имеет полный комплект формы.